Всем привет! Сегодня будет туториал на робота Амогуса из Битвы Строителей. Спасибо Арти за то, что снял этот туториал. Напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение рубрики Битвы Строителей. И на какую тему пишите в комментариях, а мы начинаем. Всем привет! И это туториал моего Амогуса из Битвы Строителей. Давайте я быстро проведу по нему экскурсию, если кто не видит. Вот тут пульт управления, допустим, двигается, и он едет туда, двигаются зрачки, которые вот так, я не знаю, как я это сделал, но я покажу пример. Так, дальше, пошли тут, отодвигаем, тут выдвигается вот такая же, прыгаем сюда, тут вот лестница, можно подняться обратно, проходим сюда, снимаем баги, я застрял, Ты живой? Все, едем, открывается дверь, так, дальше идем сюда, тут у нас такой столик, один из главных, дальше вот такой нубасик, торт и зрачки, которые появляются. Также есть вот эта рука, она двигается, поршень. Ну и сейчас я сделаю туториал по этой постройке. Ух, это вырежет. Все, иди сюда. У меня запись идет, потому что я не могу ставить ее на стоп. Но сейчас... Так, давай начнем. Я надеюсь, он это вырежет. Не особо будет. Так. Ух, мы на тебя надеемся. Так, ставим блок. Так, пока не начнем. Убери! Не мешай, понял? Я не мешаю, только помогаю. Так. Все, значит, ставим блок, делаем его примерно вот таких размеров, вот это, ну, примерно вот таких, дальше ставим, да, блок, так, вот тут мы, да, Димон, чё, там нормально? Да, ну, только я делал, ты не должен был, ну, тут, ух, ты наложишь ускорение, да? Или спустя 20 минут. Ну, да, и одну секунду. Да, не, 20 минут и 0,00 одну секунду. Все, тихо, тут будет ускорение, будет. Музыка наложена. Так, все, начинаем. Давай. Тихо. Так, вот мы сделали вот эту основу. Делаем, ну, потом можно покрасить. Ну, примерно я сразу придам цвет. И делайте ее, главное, немного выше земли, потому что это вам пригодится. Дальше мы ставим, да? Опять же, делаем такую же ногу. Теперь мы берем вот этот новый инструмент, который добавили, выделяем, все у нас выделяется, нажимаем clone и выносим его примерно вот так. Вот тут я, правда, небольшую неровность сделал. Вот, две ноги. Одинаковых точно. Так, теперь мы ставим сюда вот так и немного его приберем этот новый инструмент, ставим мол прям на двое, буквально один раз приподнимаем, вот так должно получиться. Дальше с этой стороны мы делаем также вот так и буквально чуть-чуть поднимаем. Дальше мы берем вот здесь опять же вот этот же материал. Я это делал из чего? Я это делал из пластика. Ну, я в моем случае, допустим, возьму железо. Ну, потому что в основной по моей постройке и было железо. Так, теперь мы делаем вот здесь, приопускаем. Главное, чтобы оно вот тут не касалось. Вот, вот так. И делаем примерно как и ноги. Так, можно чуть-чуть пошире. Тут мы делаем примерно вот такие размеры. Вот, можете вот тут посмотреть. Ну, примерно, хотя я не знаю, как вы будете ориентироваться. Чтобы у вас было 5, примерно 30. 5,42. Вот здесь 5,42. Дальше мы делаем также вот тут. Дальше берем этот инструмент, нажимаем клоун, переносим его, да, чтобы не мучиться. Теперь ставим вот здесь, немного вот поровняем. Так, тенка. Теперь мы переносим ее такую же, клонируем ТМЭ сюда. И красим цвет. Вот тут немного надо будет посветлеть, потому что как-то тут темный, тут светлый. Не особо. Вот, вот такой цвет примерно. Так, теперь мы ставим. Вот тут я бы сразу сделал, знаете, как я ставлю, допустим, блок. У меня был там из вот такого блока в оригинале. Примерно вот так. И примерно вот такого цвета. Примерно
Вот такого цвета оно было. Нет, даже немного посветлее. Так, не мешай. Все нормально. Вот такой цвет. Дальше делаем вот так. Раз кубик, два квадратик. Красим их полностью белый. А чтобы их сделать за очки, как у меня было, я им сделал прозрачность на 25. Немного вдвинул вперед и назад. Сейчас вы поймете. Вот так. Вот. Они то исчезают, то появляются. Цвет просто немного вот так. Вот такой цвет сделать. Они то исчезают, то появляются. Сейчас, потом мы исправим это, чтобы они прям полностью исчезали. Делаем вот здесь вот так. Я бы, знаете, даже немного приподнял. Вот так. Этот очок я переношу. Да? А этот я перенесу. Двину, так не видно. Так. Дальше мы делаем вот это обводим, потом вы поймете зачем в конце, когда я уже займусь немного интерьером. Все, вот, как-то так. Дальше мы берем, допустим, вот такой материал, ну или можно вот такой, и ставим здесь блок. Дальше мы делаем его вот так, втягиваем. Да, я на крайний пока что убери. Пока что на крайний сделаю вот так, нажму клонирую, перенесу сюда. Да еще вот здесь я сделаю вот так вот. Тут мы делаем шляпу, поднимаем, наверное, все на одну высоту. Делаем примерно вот такого черного цвета, прям повыше бы я сделал. Так, давайте я вам день сделаю, чтобы вот примерно все одной высоты. Теперь мы ставим так. Теперь мы делаем полоску обычную. Так, теперь мы это красим в желтый цвет полос. Так, дальше вот тут покрасим. Так, ну все. Теперь мы ставим твой ход. Вот здесь кнопку, ставим вот здесь поршень, берем конфетку, допустим, и джетпак, ставим. И примерно этому поршню мы выставляем длину, да, примерно на семерочку, да. Так, и как хотите, но я поставлю скорость ему на одну. Дальше мы берем, ну, лучше вот такой блок, делаем ему портфель, то есть сзади бак с кислородом. Вот так. Красим в такой же цвет. И тут мы делаем его чуть-чуть пониже. Тут мы делаем примерно так. Дальше делаем крышу. Так, клонируем. Переносим туда вниз. Клонируем. И делаем одну стенку. Переносим ее. Точнее, клонируем. Опять и переносим примерно вот сюда. Вот так. Тут мы делаем небольшой такой выступ, чтобы можно было запрыгнуть. Вот это даже можно и не ставить, но пусть будет. Вот у этого сразу выключаете коллизию. Так, это я перенесу сюда. Только немного возвышу. Все. Дальше это может покрасить в какой-нибудь другой цвет. Вот. У этого выключаете коллизию. Тут сюда можете прыгнуть. Дальше тут ставим стульчики в произвольном количестве. Вот я, допустим, вот так поставлю. Дальше. Теперь вот тут мы двигаем. Даже вот так примерно. И делаем здесь примерно вот такой высоты. Все. Вот такой маленький проход. Так, тут главное, тут какой-нибудь цвет выбрал. Вот. Так, тут мы делаем мостик, красим как хотим, ставим примерно вот так. И проверяйте обязательно, чтобы они касались и у вас не отвалился мостик. Вот, допустим, чтобы они друг к другу касались. Вот, мостик. Дальше мы делаем с вот этой стороны тоже дырку. Ну, точнее, мы делаем вот так. И на этом моменте пока что вот здесь остановимся. Дальше переходим к вот ногам. Так, вот это я уберу, это уже не надо. Так, здесь делаем вот так, клонируем, делаем с другой стороны также, тут равняем. Тут мы делаем, вот чтобы видно вам было. Давайте я сделаю цвет немного вот такой, даже я бы сделал немного потемнее. Вот, вот такой, такой цвет. Тут мы ставим дверь, где нам? 92, вот дверь, можно перевернуть даже, вот. Допустим, дверь, да, подвигаем, так, вот это мы планируем, вот это делаем под дизайн желтым, так, делаем дальше, ну, такой амогус у нас получается, можно тут даже шляпку повыше сделать, я решил, вот в той я сделал повыше, тут пониже, так, дальше мы ставим здесь кресло машинное, автомобильное кресло, так, вот я его дам, чтобы вы его видели, вот таким светлым сделаю, дальше, вот это мы привязываем к вот этому рычагу. Вот это от этого кресла мы отвязываем. И сервопривод от этого мы отвязываем. Дальше. Сервоприводы. Привязываем по отдельности кресла. Один ставим E, потом Q. Второй ставим... Ой, ну да. Второй ставим Q, потом E. И у одного из них ставим обратный поворот, по-моему. Ну, мы пока не можем проверить, потом проверим. Все. Так. Теперь у них, у сервоприводов, ставим угол наклона с
какой вы хотите, допустим, 45. Обратный поворот у одного, скорость сервопривода, произвольную можете поставить, ну, я, допустим, не менял ее. Крутящийся момент ставим на максимум, и прозрачность можем пока что все поставить на 100%. Пока что у нас получается вот так. Дальше мы это, допустим, сохраняем на какую-нибудь постройку. Вот. Теперь у нас, получается, ноги есть. Теперь займемся самим механизмом движения. Берем титан, любой другой блок, как хотите, и ставим его чуть вот так, чтобы он не касался ног. Делаем примерно вот такую платформу устойчивую. Теперь мы как делаем? Мы ставим вот сюда на край, вот блок примерно такой высоты. Теперь ставим такое заднее колесо. Мы это берем, копируем, переносим. Мы это копируем, да. Теперь нажимаем тей, поворачиваем. То получилось вот так. И опять немного подвигаем. Вот так у нас получается. Это два задних колеса же. Все, теперь мы вот это копируем. Копируем, ставим на этот тук, вот это колесо убираем, ставим переднее, опять копируем, да, тай, выворачиваем градус, опять же, немного до подвода. Вот, только главное, чтобы колесо касалось. Так, дальше мы отключаем колеса автоматически должны у вас были привязаться, то есть забиндиться правильно, привязаться к правильным клавишам. Право, вперед и назад. Первое колесо у нас привязано. Вот это колесо немного не туда привязал. Надеюсь, остальные докуда... Так, все, колеса есть. Дальше у нас мы это сохраняем, влетаем. Дальше мы берем, выделяем ноги, включаем у них колени. Дальше мы берем, да, делаем столб. Главное, чтобы он не входил в рюкзак, иначе у вас потом рюкзак просто не будет. И делаем этот столб примерно. И делаем это, включаем у этого колени. И главное, не забудьте у нижних частей тоже отключить коллизию, потому что когда в прошлой постройке я забыл это сделать, и поэтому я потом очень долго разбирался, почему у меня ничего не работает. И главное, чтобы оно, вот эта нижняя часть у вас не касалась. Так, давайте, так, вроде все сделано. Так, давайте проверим, работает ли оно. Выбираем выбрать все. Включаем, фиксируем. Рюкзак. Да, он уже ходит. Скорость я бы немного так, что побольше поставил. Дальше мы сейчас заново. У нас тут произошли неполадки. И вот это, по-моему, отвалилась штука. Так, все. Дальше, значит, как мы уже только что проверяли, мы ставим, допустим, скорость чуть-чуть побольше на 10. Вот, все. Теперь мы вот делаем весь механизм невидимым. Все. То есть ходьба у нашего Амогуса уже есть. Теперь мы займемся вот этой внутренней частью. Потом... ладно. Пока что займемся кое-чем другим. Рукой. Выдвигающейся из туловища. В ней вы можете сделать как и нож, так и пистолет. Так, вот это вот сразу отпиндите. Правда, она сейчас все туда привяжет. Делаем вот так вот. Вот только я, если честно, не помню, сколько надо. Простите. Сейчас отключу коллизию. Фиксирование. И теперь их все выдвину. Так. Даже можно их немного сделать повыше. Так. 2, 3, 4. Вот. И советую вот эту стенку немного в этот поршень вдвинуть. На крайний. Ну вот, да. Примерно так. Главное, чтобы вот это... Сохранять вы будете вот так. Потому что если она будет внутри, то что мы будем вот здесь делать, примерно лифт, который был в начальном постройке, который я вам в начале туториала показывал, то тогда они просто застрянут, и ни то не будет работать. Так что делаем мы все вот так. Вот тут. Делаем руку. Честно, я бы вот на вашем месте вот здесь сделал бы длину поршня на 8. Ой, извините. Все мне надо убрать. Вот так. Теперь делаем такой квадратик. И делаем, красим его. Я бы сделал немного вот таким. И я бы, если честно, еще бы даже чуть-чуть поменьше. Длина поршня на 6. Так, вот. Такой квадрат. Дальше мы делаем поворот на 45 градусов. Даже на 15. И делаем примерно так. Почему ты не крепишься? Так, примерно. Дальше мы делаем так. И вот мы делаем ровно. Вот так. Красим его в такой серый вот этот цвет. Нет, вот этот. Цвет шляпы. Нет, цвет шляпы потемнее. Ну вот в такой цвет. И ручку я бы ему посидел, как маленький пистолет. Дальше тут мы делаем само дуло. Как оно там? Делаем его прям темно-черно. И ставим сюда пушки. Как... Пушки. 8 штук у меня. Так, ставим уже поворот на 90, обычный. И вот примерно вот так вот ставим пушку. И теперь их нужно все сделать невидимыми. Так, они должны были привязаться к креслу. Да.
По идее, они крест взяли. Угу. Так, теперь мы стреляем каждый из пушки. Так, и делаем, выделяем все. Допустим, вот эту выделю и вот эту. Делаем их невидимыми. Теперь мы, я выделяю вот эту и какую-нибудь вот эту. Делаем их вот эту, делаем их невидимыми. О, я вообще не то выделил. Вот эти вот, так, ну вот я вижу. О, все, все пушки. Ствол у нас готов. Теперь мы делаем вот это тоже невидимым. И скорость я бы у всех, ну, допустим, у этой и вот этой, у этих двух, поставил бы скорость на 10. Все. Так, теперь мы это сохраняем. Так, идем сюда. По идее, оно у вас должно забиниться на F, да. Оно стреляет, там взрыв. Все, по идее, должно было забиниться. Или только одна, что ли? Нет, все забинили. Все должны, по идее, забиниться на UK. На F, да, вот. Так, идем дальше, возвращаемся сюда. Почему я и сначала продолжу вот это? Потому что, чтобы не было потом проблем. Вот это немного даже продвинул бы я. Дальше мы делаем, мы тут прикрываем. Да, ой, все, вот так. Примерно под мой размер. Вы делаете под свой размер, ну или даже чуть-чуть побольше, чтобы те, кто выше вас, тоже могли проходить туда, если вы будете играть с друзьями. Много я подвинул. Вот так. Теперь мы делаем здесь, так, двигаем. Вот такой примерно лифт. Главное, чтобы оно не касалось вот этих штук, поршней. Так, сюда отодвигаем, ставим сюда поршень и к нему ставим вот цепь. И выдвигаем их в пол обязательно. Так, теперь мы у этого убираем фиксирование, проверяем. Вот. Оно должно подниматься примерно вот на максимум вот этого поршня. Так, немного делаем, все, пускаем. Теперь делаем стенки. Вот я сразу скажу, вот этого, когда я делал своего Амогуса из битвы построек, вот этого не было. Но я вот недавно это немного достроил, и это у меня даже было немного в планах. Но я понял, что я не успеваю и не стал делать. Да, я, кстати, забыл. Надо так. Теперь покрасим белый цвет, допустим, или серый. Вот это надо было красить. Да. Так. Вот тут ставим Б-блок. Примерно вот на такую. Дальше ставим. Да, отключаем. Чу. Ставим поршень как так. Примерно ставим на... Ну, вот, допустим, так. Теперь мы берем. Чуть поршень двигаем. Не падай, пожалуйста. Вроде не касается, то двигаем. Проверяем. Нет. Не двигается, значит, оно где-то. Вот. Тут мы ставим, да, длину, скорость поршня на 1. Значит, на 100%. Как и теперь дальше красим в такой же цвет. Ставим, ставим чак, красим. Его мы под этого взял или отвязал? Так, дота. Это мы подключаем к... значит, проверяем. Дальше мы ставим таймер. Допустим, вот сюда на крышу. Куда угодно. Привязываем вот это. И у таймера ставим 3 секунды. Подвязываем таймер. Мы подъезжаем. Дверь открывает. Главное, чтобы вы могли пройти, а не как я. Ну ладно, я потом исправлю. Также и со... Тут тоже можете сделать две, если хотите. Но я не стакал. Тут мы сделаем, там не видно было. Так, так, дальше. Дима, иди сюда. Пошли. Дима. Дима! Дима! Дима. А. Так. так. Все, пошли. Идем. Заходим в лифт, поднимаемся. Открывается дверь с помощью таймера, который стоит вот здесь. Дальше. Мы уже тут с Димой немножко сделали. Мы вот здесь поставили такой заборчик. Две колонны из дерева сделали. Из-за того, что у нас, допустим, вот здесь окно было немного выше, мы сделали типа два этажа. Вот здесь мы поставили игрушку плюшевую, поставили тортик, поставили свечку и сиденье. Вот можно сидеть. Тут мы взяли любой блок, можно взять любой блок, покрасить его полностью в черный цвет, вот. Дальше поставить на него вот это стекло, и получится вот. И у этого блока поставить прозрачность на 25%. Как мы сделали вот это? Нас тут вообще не видно. Да-да. Мы отодвинули. Так, так, сейчас. Вот. Просто сделали несколько слоев одного блока, поставили все эти слои на 25% прозрачность. И просто покрасили их все в один цвет. И в конце поставили просто стекло. И вот получается, мы видим, а нас не видно. Угу. Нас не видно, а мы видим. Все. И давайте проведем финальный тест. Иди сюда. Так, в двери я ставлю коллизию. Просто я не помещался. Опускаемся. Пак, любимый мой. Или по лестнице. Так. Опускаемся сюда. Да, забыл сказать, надо еще вот тут сделать лестницу. Поднимаемся.
прыгаем вот сюда, отсюда прыгаем. Ох, ё! Отсюда мы прыгаем вот сюда, и дальше проводим финальный тест. Выбрать все, фиксирование убираем, это мы задвигаем. А, забыл сказать, вот это надо отвязать. Вот так, сейчас отвяжем. Миссия невыполнима. Так, вот эти поршни. Отвязать вот от этого. Вообще они двигаться так-то не должны. Можно было сделать, чтобы и рука просто была, но я зачем-то сделал. То, что я планировал нож. Также вы можете найти картинку, допустим, Among Us в интернете и повторить ее и сделать, допустим, здесь не пистолет, а нож. И тогда, когда вы будете его выдвигать, у вас все хорошо получится. Так, это я опущу. Лифт чему-то поднялся обратно. Сейчас он закрутится. Да, а руку надо выдвинуть. И сохранять только в таком виде, если вы что-то будете менять. Потому что иначе оно у вас тут все застрянет. Так, сохраняем. Выпустите меня, пожалуйста. Оно не хочет меня выпускать. А почему? Ты где? Потому что я в лифте. Так, все, идем. Вылазим. И проводим финальный тест. Так, заходим сюда. И вот. Также можно... То есть EQ можно и без анимации ездить. У колес можно поставить побольше скорость. И вот, вот так у нас получается. А вот тут у нас от свечки остаются такие точки. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какие еще туториалы вы хотите. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.